Всем добрый день. Сегодня я хочу продолжить тему о бандолерах. Где-то с декабря 2014 года мы начали выпускать бандольеры, модель на 70 патронов. В предыдущем видео я делал краткий обзор. Сайт-седлы, а также пояс-патронтаж на 30 патронов. Модель бандолера оказалась очень удачной, которая используется в основном, люди покупают для самообороны. Однако в ходе реализации данной продукции мы старались всегда собирать отзывы, а также рекомендации покупателей. В результате мы решили сделать немножко более, нельзя сказать удачную или неудачную, другую модель, которая подходит немножко под другие задачи. Это модель бандольера на 50 патронов разъемную, которую я хотел сегодня вам представить и сделать сравнение этой модели с моделью на 70 патронов, обсудив плюсы, минусы, а также возможности применения данной модели. Для тех, кто не смотрел предыдущие видео, я напомню, вот бандольер, который первоначально мы начали делать на 70 патронов. Хорошая, удобная вещь для самообороны. Плюсы данной модели: она неразъемная, вот здесь сшита под углом 90 градусов, имеет внушительный боезапас, 70 патронов — это довольно много, особенно если у вас на оружии, на сайт-седлах есть тоже какие-то боеприпасы. Эту модель удобно размещать в сейфе. В случае возникновения агрессии вы ее просто бросаете через плечо на себя и практически мгновенно. За счет того, что большой размер, длина по окружности составляет где-то около 1 метра 65 сантиметров, в результате модель позволяет быстро ее одеть в любой одежде. Хоть вы там в частный дом тулуп на себя накинули бандольер, хоть вы там в трусах, хоть как угодно, проблем не будет. То есть легко и быстро вы ее одеваете. Но за счет такого боезапаса она получилась несколько тяжелой, в зависимости от навесок боеприпасов. Где-то вес может быть около 4-4,5 килограмм. Поехать пострелять с ней, может не так удобно. Опять же, размер, она там болтается немножко. То есть свои функции выполняет исключительно в плане самозащиты, но несколько может быть великовато, если использовать для стрельбы, для охоты. Поэтому мы решили сделать другой вариант, который будет несколько легче. Этот мы тоже продолжаем выпускать, потому что много желающих, и некоторые говорят: а вот я хочу такой, пусть он лежит в сейфе, да? А вот этот мне нужен для стрельбы. В то же время можно использовать и для самообороны. Значит, следующий вариант, который мы сделали: бандольер на 50 патронов. Длина по окружности составляет 1 метр 25 сантиметров. Не так болтается на теле. За счет этого удобно использовать во время тренировок по стрельбе. Имеет застежку типа Fastex. Прошу навести камеру. Причем этот Fastex мы ставим усиленный. Надежная, хорошая застежка. Также точно
надежные, используем надежную ленту и одну из самых качественных имеющихся на украинском рынке резинок, которая в принципе не растягивается, несколько лет она вам точно прослужит, даже при активном использовании. Но когда мы разрабатывали эту модель, первоначально получился вот такой вариант. 50 патронов, Fastex и все. Вот я хочу показать. Это было то, что было первоначально. Потом, подумав и послушав рекомендации покупателей, мы эту модель доработали. Сделали ее более универсальной. А именно, мы сделали регулировку по длине. Покажу, что это такое. Вот обратная сторона, прошу обратить внимание, имеет такой хвост, который позволяет удлинять бандолер где-то на 20 сантиметров. Что достигается этим? Вы можете выбрать вот самое короткое состояние, 1,25 м, и использовать при тренировках по стрельбе длину, вот как она выглядит на мне. Довольно удобно, ничего не болтается, легче, чем на 70 патронов. Ну, можно и пострелять, можно и, в принципе, и поохотиться, кому интересно. Но если вы захотите, чтобы с удобством использовать этот бандолер для самозащиты, вы можете, приехав со стрельбы, снарядив, удлинить на 20 сантиметров и повесить сейф, уже удлиненный вариант. Длина по окружности которого будет 1,45 м, который уже в этом случае вы можете быстро, в случае возникновения угрозы, одеть на себя тоже в любой одежде. Вот это основное все, что я хотел вам сказать на сегодня. Мы всегда с удовольствием выслушиваем критику, собираем отзывы и рекомендации, в соответствии с которыми дорабатываем наши изделия. В комментариях к данному видео будут ссылки, где можно данную продукцию приобрести. Спасибо.